Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать мастер-класс вот такого красивого пушистенького цветочка. Он прекрасно подойдет для нашей школьниц. Как раз темненький синий низ, светлый верх. Можно также и на 1 сентября, и на последний звонок, и на каждый день. Очень красивый, пушистенький вот такой он, пушистик. В диаметре он у нас 12 сантиметров, такой средний. У меня есть на канале мастер-классы по изготовлению большого цветка из вот таких лепестков. Это очень красивый, большой, пышный. Я ссылочку в описании оставлю на него. И сейчас я покажу, как его изготовить. Итак, что нам понадобится для нашего цветка. Для изготовления нашего лепесточка, цветка, я буду использовать два цвета лепестков, синий и белый. Можете другие использовать цвета, очень красиво будет смотреться он и в розовых оттенках. Так, ширина ленты 2,5 сантиметров, синий и белый, и длина по 5 сантиметров, синий и белый. По количеству синий нам понадобится 30 штук, а белый 32, чуть-чуть больше. Красивая серединочка. Также нам понадобится резинка, фетровая основа 3,5 сантиметра и небольшой отрезочек ленты для закрепления резиночки. В принципе, и все. И теперь мы приступаем к изготовлению наших лепесточков. Отставляем в сторону ненужные. Берем лепесточек, вернее нашу заготовочку. Складываем ее в длину пополам. Подровняли. И округляем уголок. Вот такой получается лепесток. И точно так же делаем с белым. Подровняли. И обрезали. Теперь мы его оплавляем. И вот таким образом мы делаем загиб с одной стороны и с другой. А низ просто складываем как бы в трубочку, зажимаем, немножечко расправляем и вот фиксируем огоньком. И точно так же с синей. Оплавили, а теперь один расширение и второе, и снизу заворачиваем. Подготовка лепесточков у нас прошла. Вот такие получаются лепесточки. И сейчас мы начинаем сборку нашего цветка. Первый рядок у нас будет состоять из 12 лепесточков. Второй рядок тоже из 12. Третий рядочек 6 и 6. То есть у нас будет чередоваться синий и белый лепесточек. Потом у нас опять начинается рядок 12. Это уже начинает белый идти. 8 и 6. Итого у нас получается синих 30, а белых 32. Еще раз посмотрите, 4 ряда у нас по 12, 8 и 6. Начинаем приклеивать первый рядочек. Немножко, конечно, течет пистолет.
первый ряд будет полностью из синих состоять. Распределяем ровно, и вот так мы делаем 12 штук. Вот наш первый рядочек, 12 штук. Начинаем проклеивать второй ряд между лепестками первого ряда. И четко по, не выступаем ни вперед, ни назад, четко по кругу и проклеиваем все лепесточки. Вот я проклеила второй ряд. Следующий ряд у нас начинается, он будет из 6 синих и 6 белых. То есть я проклеиваю их через одного. То есть первый синий, теперь белый. Теперь опять синий, белый. И вот таким чередом я проклеиваю все наши лепестки третьего ряда. Вот я проклеила третий ряд. Теперь мы проклеиваем четвертый ряд из 12 лепестков. Ни вниз, ни вверх мы не поднимаемся, строго на рядочек. И вот так. Теперь у нас пошли одни белые. И вот так проклеиваю. Вот у меня уже проклеен четвертый ряд. Теперь мы проклеиваем пятый ряд, который состоит из 8 лепесточков. И вот теперь мы начинаем опускаться ближе к серединке. То есть вот уже на пару миллиметров я опускаюсь ниже. Видите, чуть-чуть ниже. Я проклеиваю 8 лепесточков. Вот таким образом. Вот у меня проклеен уже пятый рядочек. Поспеши. И осталось последний рядочек из 6 лепестков. Мы его проклеиваем очень аккуратненько. Можно, если у вас серединочка позволяет, можете не опускаться уже вниз, а проклеивать его по верхнему ряду. Так аккуратненько проклеиваем. И вот теперь наш завершающий штрих, последний наше движение, это наша красивая серединочка. Так мы ее опускаем. И вот такой красивый цветочек у нас еще получается. Пара к нашему первому. Вот такая красота для наших девчонок. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. До свидания.